ткань получают путем переплетения нитей. От вида переплетения зависит внешний вид ткани, блеск, рельефность, рисунок лицевой поверхности, ее механические, гигиенические и технологические свойства. Переплетения очень разнообразны и делятся на 4 класса: простое, мелкоузорчатое, крупноузорчатое, сложное. Вид переплетения зависит от того, как расположены нити основы и утка. Нити, идущие вдоль ткани, называются основные, основа. Нити, идущие поперек ткани, называются уточные, уток. Плотные неосыпающиеся края ткани называются кромкой. В полотняном переплетении нити переплетаются через одну. Это переплетение применяется для выработки хлопчатобумажных тканей, ситец, бязь, батист, маркизет, миткаль и другие, льняных тканей, полотно, бортовая ткань, парусина и другие.